Миссис Моти, это Джон Уэйлер. Как ваши дела? Тебя еще хватает наглости звонить сюда? Я только с похорон вашей дочери. А вы где были? Что тебе надо? Эй, Луис. Я Джон, ее пацан. Что? Почему Луис с тобой? Планы немного изменились. Немедленно посади Луиса на автобус и отправь его домой. Сэр, я вас не знаю? Да, я тебя тоже не знаю. Вы знали мою маму? Да. Эй, хочешь порулить? О, да слеп! Первое правило перестрелки. Иметь оружие. А что насчет мальчика? Везу его к бабушке и деду. А какая тебе выгода? Никакой выгоды. У тебя много тайн? Да, дофига. Это шутка, Джон. Защита в тюряге – это очень дорогая вещь. Почему ты живешь в машине? Не могу позволить себе другого. Главное, не глуши. Скоро вернусь. Прыгай за руль. Стой, что? Я сказал тебе на пол. Берегитесь лжепророков в овечьей шкуре. Вся суть волка – быть хищником. Волком меня назвал. Мы с тобой вдвоем отличная команда. Если бы ты мог убежать в любое место, то куда бы убежал? Я бы пошел домой. Он использует тебя, как использовал меня. Открой дверь. Я нужен тебе. Это работа. Работа, которая везет тебя домой. Не хочу иметь с тобой ничего общего. Ты же понимаешь, что скоро все закончится. Почему она умерла? Полиция разыскивает неизвестного мужчину и его подельника-подростка. Давай, вылезай! Не трогай пацана! Эй! Я допустил много ошибок в своей жизни, но это были мои ошибки. Только мои.